По поводу выложенного в видео в Ютубе украинским блогером, осознаю всю ответственность, ошибочность своих высказываний. Никого не хотел ни обидеть, ни зацепить как-то, ни задеть. Ко всем национальностям отношусь очень с большим позитивом. Позитивно, то есть. Вот. Был пьяный, видимо, на почве пьянства вот так вот как-то произошло. Я уважаю казахский народ. Уважаю и с большим раскаянием я отношусь к тому, что сделал. Как-то не со зла это все. На самом деле не со зла. И родина моя Казахстан. И всю жизнь я прожил здесь. Ну и нет оправдания. Ну, если как-то наказать, ну, давайте наказывать. Простите меня. Казак Алканан Кишерим Сураймын.